Добрый день всем подписчикам и зрителям моего канала «Одесса», 19 сентября. Появилась информация о том, что российские оккупанты обстреляли южноукраинскую атомную электростанцию. Ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов, об этом заявляет «Энергоатом». В 00:20 российская армия произвела ракетные обстрелы промышленной зоны южноукраинской атомной электростанции. Мощный взрыв произошел всего в 300 метрах от реактора. Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон. Появилась воронка диаметром 2 метра и глубиной около 4 метров. Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящий в состав южноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтных линии электропередач. Все три энергоблока южноукраинской АЭС работают в штатном режиме. Пострадавших среди персонала станции, к счастью, нет. В моем телеграм-канале появились кадры непосредственно момента самого прилета в районе Южноукраинской АЭС и фотографии последствий данного прилета. Ссылка на телеграм-канал в описании под видео и в закрепленном комментарии. Я на связи, не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новую информацию. До встречи, всем пока.